Мать троих детей Гульбаша Гоптлёва на днях получила приглашение участвовать на курултае бездомных. Дополнительно в пригласительном билете сообщали, что участников зарегистрируют и, возможно, скоро они получат 10 соток земли под строительство жилья. Сказали, что выдадут бесплатно землю. Попросили принести паспорт, чтобы поставить на учет. Сказали, что здесь пройдет собрание. Вот пришла. Все-таки есть надежда на землю. Зря, наверное, же не приглашают. Но только вот курултай бездомных толком так и не состоялся, хотя привлек внимание сотрудников правоохранительных органов. Могло сложиться впечатление, что они тоже бездомные. Всенародное собрание бездомных планировали на футбольном стадионе. Месяц назад оплатили аренду. В последний момент игра в курултай не состоялась. Так решили владельцы поля. Я еще не зашла даже. Вот. Я узнала через третье лицо, что отказали. Я узнала только вчера вечером. Понимаете, у нас даже не было времени людей просто-напросто оповестить. Застрельщиков курултая на днях уже задерживала полиция в целях политической профилактики. За распространение пригласительных нас с Гульзатхан Темирбековой поймали. В общем, нас чуть ли не всю ночь там держали, отпустили под утро. В общем, курултай бездомных в Алматы сегодня закончился, так и не начавшись. Но организаторы не отчаиваются. Они намерены основать комитет бездомных.